каждое воскресенье. Только на максимум. Электрошок-шоу. В 10 вечера по Москве. Два часа актуальной танцевальной музыки. Эксклюзивные премьеры. Специальные миксы. Новости. Интервью со звездами мировой танцевальной сцены. Каждое воскресенье в 10 вечера. Диджей Руслан Север. И Электрошок-шоу. На радио «Максимум». Добрый вечер, друзья. Продолжается работа «Радио Максимум». В студии «До полуночи» Руслан Север. Начинается электрошок-шоу. Это может означать только одно. Впереди два часа лучшей электронной музыки современности. Встречаемся еженедельно в воскресенье в 22 часа по Москве. Новые музыкальные шедевры и гости программы сегодня — это резиденты лейбла «Аплифта», администратор ресурса promomusic.ru Дмитрий Коржов и резидент Ministry of Sound в Берлине диджей Винсент Вега. Это то, что касается гостей. Об общем распорядке электрошок-шоу сразу после первого трека от Blades and Lake — Miltis Ajiza. DJ Sever. Rock on.
Электрошок-шоу на максимум. Практически позади первая пластинка от Rowan Blades и Крис Лейка. Дуэт из таких имен просто не мог записать плохую работу. Rowan Blades у всех ассоциируется с легендарным лейблом Джона Дигвида Bad Rock. А про Лейка можно говорить долго. Его One Too Many, Angel She Rises, Fantasy играли в начале этого года просто все. Теперь о том, как будет выглядеть программа. Поверьте мне, все традиционно, без каких-либо потрясений. Пока играю современную хаус-музыку в 22 часа 30 минут. Первый гость программы. Слушаем специальный микс Дмитрия Коржова. Электрошок новости и рубрика Music Like Old Time, где слушаем треки, ставшие классикой, подводит итог первого часа. С 23 часов ровно приглашаю вас в Hot Mix, где играю боевики настоящего. DJ on the phone. На мои вопросы отвечает Винсент Вега, резидент такого лейбла, как Ministry of Sound в Берлине. С вами DJ Север. Общаюсь в ICQ 126-513-340. You found yourself with DJ Sever. We'll be right back.
только в воскресенье и только на максимум в программе «Электрошок Шоу» вы можете следить за современными тенденциями хаус-музыки. Для вас играю я, диджей Север. Действует официальный сайт программы www.electroshockfm.ru. По этому адресу вы можете обнаружить плейлисты программы. Позади еще одна работа от Aaron McClelland «Spirit». Через 15 минут для вас начнет играть первый гость программы, администратор ресурса promomusic.ru, резидент Аплифта диджей Дмитрий Коржов. Максимум.
тем, кому по-настоящему дорога и интересна современная электронная музыка, посвящается электрошок-шоу. Я, диджей Руслан Север, играю еженедельно на радио «Максимум» с 22 часов и до полуночи. Бываю доступен в ICQ 126-513-340. Отыграл еще один трек. Это «Cut Breaks» vs Марка Веда. «Автоматика» крутил «Фабрик» Blinktronic Mix. Диджей Север. We'll be right back.
Это «Максимум». Я диджей Руслан Север. Еженедельно по воскресеньям с 22 часов и до полуночи по Москве представляю электрошок-шоу. Диджеи, музыканты, новости танцевальной культуры – все это в поле нашего зрения. Позади великолепная работа Барта Ван Винсена с альбома «In the House» – «Downstays». Далее специальный микс из треков, еще не вышедших ни на одной звукозаписывающей компании, от Дмитрия Коржова, резидента «Аплифта». Только слушатели «Максимум» могут услышать их первыми. Made in Russia. Exclusive track on Maximum. Каждое воскресенье с 22 часов и до последней минуты уикенда в студии «Радио Максимум» я, диджей Руслан Север. Это электрошок-шоу. ICQ. Обращаю ваше внимание, мой персональный номер в сети – 126-513-340. Ближайшие 15 минут для вас будет играть первый гость программы, администратор ресурса promomusic.ru, резидент «Аплифта», диджей Дмитрий Коржов. Диджей Север.
Электронные танцевальные ритмы в электрошок-шоу на максимум. Для вас играет диджей Дмитрий Коржов. На мои вопросы напрямую с Uplift Records он отвечает через мгновение. Привет, Дима. Привет. Как у тебя дела? Как поживает промо-мьюзик? Дела у меня отлично. Большой всем привет. На promomusic.ru ведется титаническая работа по отбору и выкладыванию самых достойных представителей русской электронной музыки. Помимо администрирования промо-мьюзик, ты являешься еще и резидентом Аплифта. Как у тебя дела обстоят с диджеингом? В плане диджей, до недавних пор я ездил с Катей Чеховой как звукорежиссер и как, так сказать, диджей. И сейчас я планирую активную деятельность по собственному, какому пиару, раскрутке и прочим всяким вещам, способствующим моей гастрольной деятельности в таком же объеме. В раскрутку что ты вкладываешь? Какой смысл? Ты будешь работать на студии, представлять свой новый музыкальный продукт, или ты будешь себя представлять и позиционировать только как диск-жокея? Я пока, я еще точно не определился, но, скорее всего, я засяду в студии, погрязну, в программах, во всяких прочих гаджетах, софтах и прочих вещах. То есть времени стало намного больше свободного, и можно отдаться полностью музыке. Тот микс, который сейчас звучит в электрошок-шоу, скажи, пожалуйста, что это за музыка? Какие это исполнители? Это треки только русские. Три трека. Первый трек — это Funky Tunes. Это очень талантливые парни из города Смоленска. В ближайшее время должен выйти их альбом на нашем лейбле. Отличнейший альбом, просто замечательный. Второй трек — это парни из Омска, это коллектив называется Акас Кулкас. Тоже, на мой взгляд, очень профессиональная музыка, отличный дипхаус, просто очень замечательный. Третий трек — это московский проект Lucky Star. Парни очень тоже пишут замечательную музыку, уже успели продать свои треки на несколько лейблов, в том числе и Plastic City. Это говорит уже о том, что музыка у них довольно-таки качественная и, я думаю, ждет большой успех. Дима, много молодых музыкантов, которые хотели бы показать тебе свой демо-материал. Как им быть? Писать тебе письма? Если да, то куда? В принципе, у меня есть почтовый ящик, на который можно писать письма, а я там уже в дальнейшем мы сориентируемся, куда слать демо. Демо слать есть, куда, просто адрес длинный, и говорить смысла нет. Просто пишите на мой почтовый ящик, и я вам обязательно отвечу. Мой почтовый ящик — Коржов@Uplift.ru. Что ж, Дима, спасибо большое. Да, вам тоже спасибо. В электрошок-шоу играет Дмитрий Коржов.
Полуночи и только на Радио Максимум вы слушаете «Электрошок». Современная электронная эстрада, собранная со всего мира, и комментарии к ней звучат именно здесь. Приятно осознавать то, что все больше российских имен можно не без гордости произносить в эфире. До сего момента для вас играл Дмитрий Коржов. Специальный микс, записанный из шедевров наших соотечественников позади. Далее в «Электрошок-шоу» новости и рубрика «Musical Time». Именно там вспомним проект «Космос» и трек «Take Me With You» на максимум. Добрый вечер, друзья. Электрошок-шоу на максимум продолжают новости. Организаторы голландского фестиваля «Экстрема» объявили лайн-ап. Помимо звездных имен, к 15 июля подготовлены и другие сюрпризы. В частности, диджей-сет в бассейне. Хедлайнером заявлен Саша, у которого это станет единственным масштабным выступлением в Голландии. Компании ему составят Тима Масс, Хайпер, Кракен Смак, Сиксти Бин Лолитес. В общей сложности готовится 8 площадок под каждый стиль. Среди других участников – Дип Диш, Мартин Солвич, Стив Анджело, Стив Лоулер, Дейзин Мазиэлла, Дэйв Симон, Гибрид, Крис Либинг, Спиди Джи, Марко Каролла и многие другие. Аудиовизуальное выступление подготовит Сандер Кляненберг. Не забыты и новые имена – Питер, Диджей 3000, Джост Ван Беллен и многие другие. С 31 мая по 4 июня пройдет очередной, 7-й по счету фестиваль электронной музыки «Мьютек». Состоится фестиваль по традиции в Монреале. На «Мьютек» заявлены более 70 артистов и коллективов. Для некоторых из них, например, для проекта «Mode Selector», выступление на фестивале будет финальной точкой в их мировом турне. Также в последний раз в рамках тура «Mean to Max» выступят участники лейбла «M-Nas» Ричи Хотина. На фестивале будут и новички, которые вообще первый раз выступят в Северной Америке. Среди них Алекс Андер и Гуиде Шнайдер, а также композитор Генрих Шварц. Организаторы «Мьютек» также обещают объединить изображение со звуком. Благодаря аудиовизуальному художнику Рёчи Куракава и проекту The Sensasonic Sides, для которого это тоже будет дебютом. Поддерживать выступления новичков будут более опытные – Дэнни Джак и Лос Хэммонес. Программа «Мьютек» 2006 года очень обширна. Включает приблизительно 40 различных выступлений, разбитых на 10 сессий, в которых примут участие множество местных музыкальных талантов. Кроме всего этого, пройдут обязательные для такого рода фестивалей симпозиумы, премьеры, встречи и презентации. В минувшие майские праздники состоялась главная казантипская припатия, которая уже четвертый год проходит под лейблом «Первомайская демонстрация счастья» и собирает в весеннем Крыму соскучившихся по лету Z-граждан на генеральную трехдневную репетицию главного полнометражного события лета. Демонстрация счастья, несмотря на прохладную и ветреную погоду, состоялась как никогда ярко и масштабно. Великий казантипский народ, прибывший в количестве 5500 человек, продемонстрировал всю свою внесезонную способность быть счастливым, без повода от одного лишь вида магического слова «счастье», написанного на фирменный казантипский манер, на трусах, флагах и заборах.
Президент Никита Моршунок, следуя на своем «Хаммере», раскрашенном в новый корпоративный стиль в горошек, в авангарде двух платформ, груженных фриками, завел колонну демонстрантов в деревенский тупик, продемонстрировав таким образом свой безграничный авторитет вождя. Эта местность теперь носит название «Тупик счастья». В этом году безгранично счастливой музыкой на Казантипе буду готов поделиться и я. Электрошок и сотоварищи под знаменами «Радио Максимум» представят электропати на главной арене. Точная дата и лайнап мероприятия вы узнаете в ближайшем выпуске программы. Абсолютно точно, в журнале DJ Mag выйдет микс от Электрошок Шоу. Когда? Скорее всего, осенью. 100% качественный российский саунд. Нет, никаких частушек. 100% качество. Не верите? Пора показать настоящее лицо российского андеграунда. Следите за Электрошок новостями. Music Like Old Time. Только в этом разделе программы играют треки, некогда бывшие очень популярными. Сегодня мой выбор пал на «Космос» и трек «Take Me With You» в продолжение «Электрошок Шоу». На «Максимум» встретимся в следующем часе.
This week's Hot Mix. Don't get it twisted. It's Electroshock. Электрошок-шоу на максимум продолжает свою работу. Еженедельно в воскресенье с 22 часов и до последней минуты уикенда с вами я, диджей Руслан Север. В запасе час. Планы грандиозные, и все у нас получится. Кстати, о планах. Я уже кручу первую работу, трек, который в моем личном плейлисте стоит на первой позиции. Believe on me от Late. При участии Джона Марша. Открывает Hot Mix. Только боевики настоящего в ближайшие 30 минут. Напомню также, что в этом часе вас ждет специальный микс от немецкого диск-жокея, резидента Ministry of Sound в Берлине, участника лав-парада диджея Винсента Вега. Общаюсь с вами в ICQ. Мой номер 126-513-340. You are welcome. Severe. Loving, 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 loving.
«Believe on Me» от Late. Вокальная партия принадлежит Джону Маршу. Великолепный продакшн в этой работе, кристальная частота звуков, отличный бас в сочетании с модным звучанием делают его просто незаменимым, по крайней мере, в моих сетах. Это электрошок-шоу на максимум. Боевики танцевальных площадок в рубрике «Hot Mix». Для вас играю я, диджей Руслан Север. Thank you.
Электрошок Шоу на Максимум продолжает свою работу. Регулярно по воскресеньям с 22 часов и до полуночи вы слушаете самые актуальные танцевальные шедевры современности. Проект «Телекс» с работы «On the Road Again» в миксе Марко Пасарини «Позади». Я же кручу следующую пластинку. Очень красивая, позитивная песня от My Digital Enemy «Run Away», игра «Funk Agendas Game Boy in the Space Mix». Пока есть время, сообщаю, что на следующей неделе специальным гостем программы будет являться один из самых титулованных диск-жокеев России – диджей Володя Фонарь.
126-513-340. Мой персональный номер в ICQ. Доступен для ценителей современной электронной эстрады. С вами я, DJ Север. Далее играю трек, который только слушатели Максимум могут слышать первыми. Еще не вышедший ремикс от известнейшего английского ремейкера Дина Мариотта, более известного как Дина Рамироса на Audio Damage. Отдельное спасибо Slave Records и Дина за эксклюзивный материал, предоставленный Electroshock Show. DJ Север. Radio Maximum.
много музыкальных произведений слушатели «Радио Максимум» могли слышать первыми. Добавим еще одну галочку в этот список. И все благодаря талантливому английскому музыканту из Шеффилда Дину Рамиросу, который любезно предоставил еще не вышедший ремикс на «Audio Damage» в еженедельное радиошоу «Электрошок». Далее в программе «Через мгновение» для вас играет специальный гость Винсент Вега, признанный немецкий продюсер и музыкант, который стоит за такими проектами, как COP Project и Timmy DeRoy Don't Stop от Ministry of Sound. Его музыка звучит на крупнейших европейских телеканалах, а сам он играет в клубах от Люксембурга и Дании до Ибицы и Италии. Его обаяние и харизма покорили танцполы по всей Европе. This week's special guest. Продолжается «Электрошок» на «Радио Максимум» в студии. До полуночи диджей Руслан Север. Это происходит регулярно в воскресенье. ICQ 126-513-340, некий интерактив. Рубрика «Special Guest» сегодня представлена диджеем Винсентом Вега. Через 10 минут он отвечает на мои вопросы напрямую из Берлина. DJ Север. Специальный гость «Электрошок-шоу» на «Максимум» диджей Винсент Вега. Его музыкальная карьера началась в возрасте 6 лет, когда Винсент начал играть на различных музыкальных инструментах под чутким руководством дедушки, известного музыкального дирижера. В 16 лет Винсент начал играть в симфоническом оркестре и в 1989 году победил в конкурсе молодых исполнителей Германии по классу валторна. Сейчас Винсент играет на 7 музыкальных инструментах. В 17 лет Винсент основал свою собственную группу, где он начал играть на электронных музыкальных инструментах. Начало его пристрастию к танцевальной музыке положила немецкая электро, с которым он познакомился во время своего первого визита на Ибицу. Через мгновение Винсент Вега отвечает на мои вопросы. Hello, Vincent. Привет, Винсент, привет. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, а как тебя на самом деле зовут? No, it's not a secret. My real name is Нет, Oliver? Это не секрет. Oh. Меня зовут Оливер Оукс. O-A-K-S. How do you manage to work in such different direction?
Как тебе удается заниматься классической музыкой и современной танцевальной? Ведь это абсолютно разные вещи. Вы знаете, мой дедушка был дирижером в симфоническом оркестре. Я учился играть на классических инструментах, и 7 лет я в оркестре играл на валторне. Но в то же время я писал свою собственную музыку. Это была электронная музыка, та самая музыка, которая звучала в клубах. В один прекрасный день я встал перед выбором, то ли играть классическую музыку, так как это делает вся моя семья, либо... В общем, я выбрал электронную музыку. What's music for you? Is it your job? Скажи, что для тебя музыка? Это работа самовыражения или так получилось? Что для тебя музыка? Я никогда в жизни ничем не занимался, кроме музыки. В 6 лет я начал учиться играть, играя на разных инструментах. В действительности для меня никогда не стоял вопрос, чем заниматься. Я музыкант, и это моя профессия — музыка. Okay, other question. Хорошо, следующий вопрос. Что тебе нравится помимо музыки? Мое хобби в любом случае это спорт. Я очень люблю бодибилдинг. И мой лучший друг — бывший мистер вселенной в мировом бодибилдинге. Мы практически ежедневно встречаемся, постоянно занимаемся. И, пожалуй, это и является моим самым главным хобби. И что такое Ministry of Sound в Берлине? Ministry of Sound here in Germany, in Berlin, is of course a sub-label of the Ministry of Sound UK. Ministry of Sound в Берлине — это, конечно же, в первую очередь, саб-лейбл английского лейбла. Они делают не только хаус, но и техно, абсолютно различную музыку. В Берлине Ministry of Sound делает разную музыку, даже поп-музыку. Здесь очень прикольные парни, хорошие, с которыми я и собираюсь выпускать третьи и четвертые релизы. Are there any interesting festivals, raves? Какие значимые события в Германии будут проходить? Фестивали, рейвы — в самом ближайшем будущем. One of the biggest festivals here in Germany, it is called Nature One. I played there on the main floor Да, один из значимых фестивалей в Германии — это Natural One. Я там играл в 2000 и в 2003 году на главной арене. Этот фестиваль проходит в августе, летом. К тому же в этом году возвращается Love Parade. Хочу сказать, что он не проводился целых 2 года. По случаю этого фестиваля у нас даже была своя песня. Мы выступали... У нас был лив. Мы выступали в 97-м, 98-м, 99-м и 2000-м годах. В этом году Love Parade возвращается, и я думаю, что это будет самым большим и значимым событием этого года. Будет очень много людей, 500 000 или 1 000 000, я даже не знаю. И скажи, пожалуйста, что ты хочешь пожелать всем слушателям Радио Максимум и Электрошок Шоу? Да, я думаю, вы хорошо проведете время с моим миксом, который выйдет на CD. Даже вернее будет сказано, что этот микс составлен из моих треков, и, наверное, миксом-то назвать нельзя. Скорее всего, это больше альбом. Okay, thank you. Yeah, thank you. Bye-bye. DJ on the phone on Maximum. Just for you.
До сего момента в электрошок-шоу на максимум играл специальный гость, диджей Винсент Вега. Вновь к музыке в самое ближайшее время. Финишная прямая, еще два трека и буду прощаться. А пока есть время, в рубрике Made in Russia представляю совместно с ресурсом promomusic.ru работу Дмитрия Филатова. Это имя впервые звучит в моей программе. Трек называется «Утром я солнце». Только слушатели электрошок-шоу могут слышать это первыми. Вы на максимум. С вами диджей Руслан Север.
подходит к своему логическому завершению электрошок-шоу на максимум. Напоследок оставляю самое интересное. Впереди трек номер один этой недели. От Last Rhythm с одноименной композиции. И только благодаря миксу Мартин Джонатан Уэлдена она обретает форму настоящего шедевра. Я с вами прощаюсь до следующей недели, до воскресенья, до 22 часов по Москве. На следующей неделе специальные гости программы Гарри Дедман из Hawks and Warriors и диджей Фонарь. Отдельное спасибо диджею Винсенту Вега, а также Дмитрию Коржову. Желаю вам мягкой подушки, теплого одеяла. Диджей Север, радио Максимум, Auf Wiedersehen. And finally, number one. Radio Maximum.